Всем привет, друзья! Ну что, сегодня я хочу показать вам блюдо, ну, наверное, самое бюджетное, которое можно приготовить на канале. Очень простое, очень быстрое, ну и очень, как я уже сказал, бюджетное. Сегодня мы с вами будем готовить ролтон. Вот, ролтон будет у нас... Я просто хочу показать, как его можно приготовить более вкусно. Не просто залить кипятком и покушать. Это тоже прикольно, многие, конечно, это любят. Но сегодня мы его приготовим более вкусно. Готовить будем на мангале, на сковороде. Естественно, этот же вариант можно повторить дома, на кухне, на плите. Итак, давайте посмотрим по продуктам, которых у нас сегодня совсем чуть-чуть. Итак, как вы могли прочитать на картинке, завтрак на двоих за 80 рублей. Я могу все рассказать по ценам. Мы будем использовать две пачки ролтона, то бишь на двоих, на два человека. Одна пачка стоит 15 рублей. У нас получается 30 рублей. Две сосиски, не самые дешевые. Скажу фирму, папа может. Абсолютно это не реклама. Сосиски покупались по акции. Одна штучка получалась тоже 15 рублей. Получаем еще 30 рублей. Итого 60. Два яйца. По 6 рублей выходит, 60 рублей был десяток, получаем 72 рубля, луковица, ну, порядка 4-5 рублей, 2 зубка чесночка, соль, перчик и 10 грамм растительного масла я в стоимость не беру, но округлил до 80 рублей. Итак, давайте приступим. Для начала нам нужно будет нарезать очень мелко лучок, и его мы будем первый сегодня обжаривать на сковороде. Нет, пока мы режем лучок, давайте уже разводить костер под сковородкой. Все, костер наш разгорается, продолжаем нарезать лучок. Итак, сковородка у нас нагрелась. Добавляем растительного масла. Буквально грамм 15-20. И отправляем наш лучок. Ну что, лучок у нас приобрел золотистый цвет. Самое время отправить сосиски. Две сосиски, нарезанные колечками, тоже обжариваем вместе с луком. Прошла буквально одна минутка. И для большего аромата отправляем два зубочка чеснока. Ну, аромат действительно получается как бы и ничего. Лучок, сосиска, чесночок. Пахнет и выглядит очень даже аппетитно. И вот то самое время, чтобы добавить сюда наш ролтон. Выкладываем одну пачку. Добавляем вторую. Посыпаем одну приправку. И высыпаем вторую. Ну, теперь, как обычно, заливаем водичкой, кипятком уже. Накрываем крышкой. Огонек у нас закончился, немножко надо подбавить. Прошло пару минуток. И нам нужно перевернуть нашу вермишель. Не получилось с первого раза. Вот так вот. Раз. И два. И пусть она у нас потушится с другой стороны. Да, ну и в принципе теперь самое время добавить сюда пару яичек. Накрываем крышкой. Открываем крышку. Забыли мы подсолить наши яйца. Все. И теперь до готовности яичек. Ну что, прошло у нас буквально 3 минуты. Как мы видим, яички побелели. Ну и теперь немножко украсим. Нашел я 2 перышка лучка. Добавим лучка.
Накроем буквально на одну минутку, и наше блюдо готово. Ну что, мой любимый момент, дегустируем. Ай, красиво выглядит. Попробуем на вкус. Ух, какая длинная. Конечно же, сосисочку. И с яичком. Ребят, ну, я не буду заводить глаза под лоб, кричать, что это шедевр. Конечно, это просто простецкое блюдо. Я просто показал вам сегодня, как его можно приготовить вкуснее, на свежем воздухе, либо просто на кухне, на сковороде. Но это реально получается вкуснее, чем просто приготовить роллтон, залив его кипятком. Поэтому попробуйте такой же простой рецепт, простой, быстрый и дешевенький. Если вам понравится, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал на YouTube, подписывайтесь на мой Instagram. Всем пока!